Сегодня на столе энциклопедия Dragon Age Мир Тедоса, том 2. Огромнейшее издание в твердой обложке с выборочным лакированием на ней. Аж целых 2 килограмма материала об игре, которые разместились на 312 страницах. А чтобы не потеряться в книге, к ней прикреплена тканевая закладка. Экземпляр для обзора предоставлен издательством Excel Media. Dragon Age – это серия компьютерных ролевых игр, жанра фэнтези, разработанная канадской студией BioWare и изданная американской компанией Electronic Arts. Действие всех игр серии происходит в эпоху условного позднего средневековья, на материке Тедос, лежащем в южном полушарии неназванной планеты. Тедос населяют множество рас, основными из которых являются люди, эльфы, гномы и кунари. Вся территория материка поделена на несколько независимых государств, управляемых людьми. Кроме физического мира, во вселенной игры существует и мир духов, так называемая тень, в которой обитают также и демоны. Книга сразу привлекает внимание своим дизайном и иллюстрациями, сотнями сочных артов от создателей игры. Это наиболее полный путеводитель по шедевру темного фэнтези от студии BioWare. Новичкам в мире Dragon Age этот всеобъемлющий том поможет скорее разобраться во всем, что нужно знать о местностях, религии, монстрах, магии и более. Ну а для преданных фанатов, никогда еще секреты темного фэнтези от BioWare не были раскрыты настолько полно и интересно. Эта драматичная, доступная для понимания, красивая книга прольет свет на самые темные уголки мира игры Dragon Age. Конечно же, в первую очередь, это просто находка для истинных поклонников игры и целого мира Dragon Age, который существует уже второе десятилетие. Это действительно энциклопедия, где можно найти исчерпывающую информацию о политике, географии, экономике, религии Тедоса, но самое главное – истории, абсолютно невероятной и детализированной, благодаря чему этот волшебный мир становится практически родным и осязаемым. Легенды, героические сказания, исторические факты и уникальный бестиарий – вы все найдете здесь, благодаря чему игра Dragon Age станет для вас больше, чем игрой. Вы увидите в ней целый мир. Потрясающее издание, гармонично сочетающее в себе иллюстрации и текст. Куча деталей, полный текст песен, рецепты, полное описание сюжета и действующих в нем персонажей. Полностью оправдывает цену и статус энциклопедии. Энциклопедия Dragon Age Мир Тедоса – это просто образцовый, почти научно-популярный учебник, который придется по душе каждому фанату и станет отличным подарком. Приобрести эту великолепную энциклопедию вы можете в официальном интернет-магазине издательства fastanime.ru. Ссылка будет в описании к видео. Также не забывайте подписываться на мой канал и группу ВКонтакте. Там вы всегда можете своевременно увидеть фото-превью новых комиксов. А также вступайте в группу «Официальная коллекция комиксов Marvel» от Ашет. Все ссылки вы найдете в описании к видео. Информационный партнер Comixoid.